Лопатинская школа стала первой в округе, на базе которой заработал проект «Школьная медицина». Просторный отдельный блок, расположенный на первом этаже учебного заведения, включает несколько кабинетов для проведения процедур и приема врачей. В медицинском блоке постоянно работает фельдшер первой категории, то есть достаточно квалифицированный фельдшер. Она постоянно здесь находится, проводит вакцинопрофилактику детям и подготовку к профилактическому осмотру. Возможность пройти профосмотр прямо в школе – главное преимущество проекта. В медблок по графику приезжает бригада узких специалистов – невролог, окулист, отоларинголог, эндокринолог, стоматолог. Школьники могут сдать анализы, сделать ЭКГ и УЗИ, диагностику. Никаких очередей. Дети разделены по возрастным группам. Разные возрастные периоды дети обследуются различными специалистами. Например, есть возраста, это 8, 9, 11 и 12 лет, когда дети обследуются только стоматологом, педиатром. Другие декретированные, так называемые, возраста дети обследуются различными специалистами. В медицинском блоке также можно получить справки, необходимые для спортивных секций. Наша школа стала пилотной площадкой для реализации проекта «Школьная медицина», и мы поняли, насколько это удобно. Дело в том, что мы находимся в рабочем поселке, и в шаговой доступности поликлиники нет. И вот этот проект, он позволил родителям решать проблемы, связанные со здоровьем детей, ну, скажем так, гораздо быстрее и удобнее. Они экономят время, они экономят силы. Вся информация о состоянии здоровья юных пациентов автоматически заносится в их персональные электронные карты, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе Московской области. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.